Друзья, знаете, для следующего номера нам в помощь нужен наш друг. Очень. Я думаю, вы все тоже будете рады его видеть. Он сейчас, конечно, такой сидит в зале, расслабился. В общем, под ваши аплодисменты хотелось бы пригласить на эту сцену телеведущего, хореографа и просто крутого танцора Влада Яму. Опа! Здрасте! Привіт, Влад! Дивися, твоє завдання дуже просте. В тебе всього-навсього одна фраза. Ось, будь ласка, ознайомся. Далі ти просто стоїш і посміхаєшся. Да, ми дивилися «Танці зірками», це в тебе дуже добре виходить. Тому, будь ласка, йди за куліси, ми тебе покличемо. Підтримаємо, Влада. Доброго вечора, дорогі телеглядачі, в ефірі програма «Великі жінки-винахідники». І вперше наша передача вийшла у 1924 році, де гостею була Марія Склодовська-Кюрі. А сьогодні в нас в ефірі другий випуск програми. І в нас в гостях ще одна жінка-винахідник – Марина Преображенська. Ваші оплески. Добрий вечір, добрий вечір. Марина, скажіть, що ви винайшли? Мой новий проєкт називається «Ідеальний мужчина». А це що? Смотрите, это уникальный биоробот, который выглядит как идеальный мужчина и содержит в себе все лучшие мужские качества. Все? Абсолютно все. Ну, слушайте, не терпится, хочется на него подивитися. Да, пожалуйста. Давайте. Влад, ко мне! Дорогая, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла. Спасибо, Владичек. Ух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, він такий гарненький. Ой, отак і зразу не скажеш, що він робот. Да-да, при тому, що це ще не окончательний варіант, да. Здесь ще буде куча всього, да? Рост, значить, буде, да? Скули, одежда нормальна. Так, а тут що таке, не можу зрозуміти. Тут волоси є, тут нету. Так, что-то голову вверх ногами, наверное, прикрепили на заводе, ну. В общем, пока это только заготовка, но уже полностью функционально. Я так разумею, его звати Влад? Ну, вообще-то полное имя Влад 25АР. АР это что? АР это Запорожская область. А, да. А 25? Ну, а 25 – это приятный сюрприз. Влад, скажите, как вам пришла в голову идея створить идеального человека? Ну, знаете, если Менделееву его идея с таблицей пришла, когда он спал, да, то мне наоборот, мысль о Владе пришла, когда я не могла уснуть. Оп! А кто працював над створенням Влада? Ну, изначально это военная разработка, да? Поэтому Влад сделан на секретном заводе и может легко найти вас в темноте. Знайти и... Ну, пока только найти и разминировать. Но мы работаем над этим. Я зрозуміла. А чим він краще із справжнього чоловіка? Ну, слушайте, ну абсолютно всем. В быту он просто идеален. Да. Есть не просит. Не храпит. Носки вот эти свои по квартире не разбрасывает. Кстати, про носки посмотрите, пожалуйста. Они у него просто нарисованы на ногах. Ну, а что он сделанный, да? Это шкирозаминник, я так понимаю, да? Ну вы что, ну какой шкирозаминник? Тут все натуральное. Телячья выворотка. Телячья выворотка, слушайте, просто не верится. Не верится? Я сейчас зажигалочкой проверю, вам докажу все, пожалуйста. Не потрібно, верю. Ясно, ну, слушайте, а что в него с розумовими здібностями? Вот в него что? Ой, Влад очень умный, Влад, умный, прошу, пожалуйста. Умный, Влад. Очень умный. Смотрите, у него в руке вот здесь вот. Вот в этой правой ручке у него встроен интеллектомер, вот тут в пальчике. Мы просто встряхиваем и вставляем в разъем. Пожалуйста, интеллект на лицо. Ага. А как его заряжать? Ну, у Влады есть еще один разъем.
А де? Просто поверьте на слово. Вот, в общем, туда подходит любая зарядка. Как это iPhone. Влад, ну что? Ну что? Ну, Влад, ну что ж ты, ну. Влад. В общем, в тот разъем подходит любая зарядка. Как от iPhone, так и от Android. Даже вот это от Nokia, помните, такая толстая? Не помните? Ну, Влад точно помнит, да? Ой, Владик. Просто перед этим с ним надо немножечко поговорить, чтобы он расслабился. И можно заряжать. Ага. Или если вдруг у вас с собой нету шнура, то Влад прекрасно заряжается от статического электричества. Да вы что? Да, для этого ему достаточно просто погладить котика. Котика, да? А если нету котика рядом, то можно потереться об какую-то шерстяную кофточку, знаете? Вот, вот как у вашего оператора, пожалуйста. Влад, покажи, как ты заряжаешься. Давай. Хорошо. Ты моя зануда. Видите, лицо начинает приобретать красный оттенок, да? Да-да-да. Это означает, что зарядка пошла. Пошла. Кстати, у вашего оператора тоже, по-моему, зарядка пошла. Влад, фу! Фу! Все, хватит. Ну вот, молодец, перестарался. Так, иди сейчас за кулисы. Быстренько разрядись, чтобы никто не видел, да? Я тебя позову. Все, давай. Бомба, да? Ну, слухайте, поки Влада немає, хочу вас спитати, що у вас з особистим життям? Ой, може тут розказувати, тут лучше показувати. Влад, ко мне! Дорогая, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла. Слухайте, він ще говорить тільки одну фразу, більше нічого не вміє. А зачем ему говорить? Это идеальный мужчина. А, ну, в принципе, да. А вот что касательно интима, то, ага. Знаете, Влад готов всегда, да. Достаточно дать ему простую команду. Серьезно? Один хлопок в ладоши «я хочу», два хлопка «мне достаточно». То есть просто достатньо хлопнути ось так в долоні, так? Вы что делаете, боже мой? Ты успокойся, ты зверюга, она еще не хлопнула даже. Кошмар. Так вот, знаете, если большинство мужчин достаточно консервативные, предпочитают заниматься любовью только в постели, то Влад в этом плане просто идеален. Он адаптируется под местность. Ух! Он такой себе сексуальный вездеход, да? Да вы что, Влад? В управлении все очень просто, как в микроволновке. Выставляйте таймер на 5 минут. 5? Ну ладно, будем честны, 3. Выставляйте таймер на 3 минутки. Влад работает, 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 работает. Потом все, можно доставать. Слушайте, ну это просто неимоверно. Да, 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 при том, что у Влада, кстати, есть еще насадки разных размеров. Легко меняется, берете выжимной ключ на 22, ослабляете хомут, опускается давление, все, готов к употреблению, справится любой сантехник. Помнишь сантехника, Влад? Слушайте, ну так много насадок, это просто супер. Да, я согласна, насадок и правда много, поэтому я рекомендую одну, но универсальную, размер которой регулируется вот этим, позвольте. Вот этим вот тумблером. Ну что? Что происходит? Тут просто надо долго крутить. Так, ладно, ну его. Есть еще один тумблер. Он отвечает за тембр голоса. От самого низкого, Влад, голос. От самого низкого до самого высокого. Также два тумблера сразу. Блокировка от детей. Ну, це просто чудо, неймовірно. А тепер перейдемо к сюрпризу. Так, 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 так. Помните цифру 25? Ну, слухайте, як це можна забути? Так вот, Влад вам сейчас все продемонстрирует. Влад, просим! Будь ласка, Влад. Влад, в чем дело? Влад. Влад. Ну? Может, в общем, Влад, на самом деле, единственный робот, который знает сразу 25 танцев, представляете? Владик, танцуем. Музыка, пожалуйста.
Видите, как двигается, да? Ничего не мешает, мы решили эту проблему. Также Влад может танцевать медленнее под эту же музыку. Медленнее, да, да. Также он может танцевать очень быстро, как ракета. Еще у Влада прекрасно получаются народные танцы под эту же музыку. Да? Гопак! Вау! Я вижу, гопак вам не очень, да? Тогда предлагаю брейк. Брейк под эту же музыку. Влад, пожалуйста. Тоже, да, не очень? Тогда предлагаю вам такой синтез. Гопак и брейк. Гопейк! Старается, умничка. Ну тогда, Владик, как мы с тобой учили, для вас короночка. Тверд! Видите, если в этот момент поднести к Владу кота, то он полностью зарядится. Ваші оплески в гостях у жіночого кварталу. Ніякий не робот, а самий справжній ідеальний чоловік Влад Яма. Женщины, хлопайте громче, Влад 25 АР вас всех запомнит. Спасибо.